Осталась еще одна специальность, это фортепиано, so one more category, it's piano. Please welcome on stage Владимир Овчинников. Я приглашаю на сцену Владимира Овчинникова. И Бориса Петрушанского, пожалуйста. Буквально несколько слов. Мы, конечно же, поздравляем наших финалистов, наших победителей с огромным успехом. Just a few words, of course, we congratulate our finalists, our winners. This is their great success. Наша работа была очень сложна. Мы должны были отобрать 25 человек из огромного количества претендентов. Это была работа, которая проходила под очень таким непростым лозунгом, я позволю себе цитировать великого писателя Набокова, который сказал: «Запретите вход посторонним в области наслаждений». Well, in our work it was quite difficult. We had to select 25 people out of a huge number of very deserving contestants. And here we, I would like to quote our famous writer Nabokov, who said, "Well, we should ban all those people who are strange to real pure pleasure. Strangers to pleasure." И действительно, те дни, которые мы провели в Большом зале консерватории, это была действительно настоящая область наслаждений. Посторонних там не было. Well, and when we were there, we really enjoyed it. When the music was performing, there were no strangers to that pleasure, to that joy present in the room. Мы считаем, что главным победителем на этом конкурсе, конечно, была и остается музыка. Главный результат этого невероятного события, то, что классическое искусство торжествует и по-прежнему освещает нам путь в будущее и освещает путь прежде всего тем, кто сейчас на главном подиуме. Здесь эти золотые, серебряные и бронзовые медали отличаются тем, что они наивысочайшие пробы. Этот металл выковывается сердцами, умами, трудом всех тех, кто принимает участие в этом празднике музыки. Я не хотел бы его называть соревнованием. Здесь победители не все. Ты первый победитель музыки. And we believe that the main winner, winner today, the best prize winner here is the music. And this classical music art is overcoming everything and is shining our path to the best possible future. And all this gold, all this silver, all this bronze, this is the purest kind of metal, the purest kind of material. And it's all inspired by our hearts, our brains, our labor. And this is not a music competition, this is actually a music feast. Последнее, что я хотел бы сказать, это слова благодарности организации этого конкурса, совершенно невероятной высоты и какой-то интенсивности, и доброжелательства, гостеприимства. И поблагодарить и Ольгу Юрьевну Головец, и Валерия Александровича Гергиева, которые вложили немало сил для того, чтобы все мы чувствовали себя здесь на настоящем празднике. И особые слова благодарности от нас, от членов жюри, тем мастерам, которые подготавливали каждый день и каждую ночь инструменты. Благодаря уровню подготовки мы могли наслаждаться. Действительно, это был очень сложный
технически и человечески какой-то очень интенсивный период работы для них, и мы ему выносим свою благодарность. Well, and I would like to thank the organizers of this event, and they really conducted very the best possible, very intensive work. It was great hospitality. I would like to thank personally Ms. Galadets and Mr. Georgiev for also they made a lot of effort to make this event a real feast. And I would like to thank the jury. The jury also would like to thank all those professionals who took care of the musical instruments. Technically, it was quite a difficult task, but they mastered it perfectly. Итак, специальный приз за мужество и самообладание получает Ан Тяньсю, Китай. So special prize. Александр Кантер, Франция.